Спасибо, до свидания. Спасибо. Вкусно? Да. Как всегда? Очень вкусно. Да. Будете. Вот они делают. Они все делают. Это как. Будете в центре Саранска и вообще в Саранске. Вот сюда вот обязательно заходите. Так, у меня два самых вкусных глинтвейна в моей жизни. Я иду к машине, Дима побежал стричься. Наконец-то его постригут по-нормальному, а не как чудика, как стригли у нас в городе. Все, я сейчас хочу зайти в собор. И придется просто походить по центру. Дима ушел стричься, я пойду зайду в собор, а потом зайду в центр, потому что мне некуда больше идти, чтобы не сидеть в машине. Вот. В этой кофейне, та самая в Саранске, очень вкусный кофе, очень вкусный чай, там различные есть согревающие. Вот такие красивые стаканчики, и сегодня мы взяли глинтвейн. Вот, смотрите, очень красивый, пол-литра, 190 рублей, но он просто восхитительный. И сейчас Дима стрижется, у нас будет какое-то время, мы погуляем, и потом, наконец-то, моя радость, мы пойдем в театр. И на этом спектакле, на котором мы пойдем, мы уже были. Ну что, мне Дима дал 100 рублей, налички больше нет, пойду в собор поставлю свечки. Вот. Да? Пирожные были в кафе очень вкусные, безумно. Просто невероятные. Так, мы едем опять по этим центральным улицам. И мы поедем во «Вкусно и точка». Да? А вот сейчас Subway есть. Мы однажды здесь были, мне здесь было плохо, потому что там лук был. Он здесь везде есть, его нельзя удалить, к сожалению. Здесь Subway это прям с явным привкусом жареного лука. Вот. И мы сейчас пойдем и съедим что-нибудь там. Вкусная точковская, да? Да, Дима пришел, в общем. За 40 минут его постригли и бороду, и в голову. Да. Это называется площадь тысячелетия. Это вот их старая арена, как она называется? Нет, Саранская арена, по-моему, называется. Вот, если там вот... Илья Вербуха, 23 марта. Да? Mm-hmm. Там вот свет горит. Вот она вроде была в пандемии прям закрыта, да? Мы что-то да, тут... мне кажется. А здесь, мне кажется, проходят какие-то матчи. А вот, а сейчас уже ожило все. Mm-hmm. Тогда мне было жалко. Все красивые вот эти... Институт да, наука емких технологий новых материалов. И, да, давай здесь заворачивай куда-нибудь. Можно направо или нет? Направо можно. Вдруг что-нибудь получится. И вот вкусная точка. Вкусная точка. Такой город. Так, мы едем. Надо купить какие-нибудь конфетки. Только не шуршащие. Да, чтобы не было слышно в театре. Как мы грызем. Вот. И сейчас встанем. Тут есть перекресток, в него можно зайти. И можно купить здесь пирожки Филиппу, когда приедем. В этом тут вот есть. А, отдел-то узбекские какие-то выпечки. А, угу. Вот. И потом погреем чай. А? Можно? Вот. И сейчас пойдем. Уже остается полчаса где-то до спектакля. Все. Смотрите, какой снег идет красивый. Вот так. Так, да, держи. В общем, купили мы хлеб только что из тандыра. Там прямо в магазине тандыр есть. Представляете? О, так вкусно пахнет, он горячий. А еще купили Филиппу жареный пирожок с картошкой. И пирожок с вишневым джемом. И там такая женщина, она прям уточняет. Я говорю, с вишней, а она уточняет, с джемом. Ну, типа, буду я с джемом или я думаю, что там с вишней. Ну, это вообще супер, я считаю. Вот, и смотрите, как снег идет, классно. Мне он идет медленно, а в телефоне кажется, что быстро. Смотрите, отель Рэдисон. Красиво очень. Мы там останавливались как-то. Мы заказали в Додо пицца кофе и эти достеры. И сейчас мы идем. Додо пицца тоже здесь. Да? Да, тут рядом. И все, спектакль закончился, и больше мы на него уже не поедем два раза. Хватит. Почему не поедем? Ну,
Не знаю. Не хочешь больше ехать на такой классный спектакль? Ну нет, а сколько можно-то уже? Через год еще раз. Ага. Мне кажется, мы были недавно, нет? Давно были, как раз наверное, год назад были. Надо искать другой, когда дорога будет получше ехать. Да? Все, и мы идем в Додо. Додо пицца. Потому что кофе вкусненький тоже. Собор красивый. Вот это центр такой города. Здесь все красиво. Кстати, Дим, ай. Вот смотри тоже эти. Висюки. Наверху красиво. Да. Надеюсь, здесь задержки не будет. И готова будет. Так она здесь еще есть. Вот, здесь очень классненько. Даже просто гулять. А уж в театр вообще супер. Театр комфортнее. Не холодно, не жарко. Все чистенько. Все такие интеллигентные. Здесь очень мило, да? Мы с Олей разминулись. Она пошла в торговый центр. А я иду к своему мастеру стричься. Посмотрим, что было. Сейчас будем сравнивать, что стало после того, как все это завершится. Под ногами тоже такая вот каша, как и везде, наверное, сейчас. Идти тяжело. Мне даже до сеанса осталось 3 минуты, а идти еще минут 5. Попробуем прибавить. Успеем. Что, я постригся. Вот так сейчас теперь выгляжу, как человек. И еще и кофе дали в дорогу. Идти, благо, не очень далеко, но с кофе приятнее. Смотрите, а в Саранске вот такие красивые стаканы. Это просто шок для меня, потому что там не было. Классно вообще, красиво очень. Купили кофе в Додо, в красивом бокальчике, съели под остру. Это не реклама, просто очень вкусно. И идем сюда. Не просто идем, бежим. А это же видно. Красивая инсталляция. Пожалуйста, улыбочку, я вас снимаю. И еще разочек. Все. Это на самом деле скомканная штука. Это на самом деле скомканная гирлянда, да. Ты не знал об этом? Умно. Ты об этом не знал раньше? Ну ладно, поехали домой. Так, ничего больше такого нет из новостей. Дороги очень трудные, потому что каша на дорогах, и машины едут медленно. Но мы с Божьей помощью доехали благополучно, потому что я переживала, конечно. Вот, также Дима там постригся, комплекс борода-волосы. Борода и голова, точнее, или там как-то, я не знаю, в общем, бороду ему сделали и постригли. Вот, стоит это вот у этого барбера. Зовут его Азиз, 1800 комплекс. И мы при любом удобном случае несколько лет ездим только к нему. Потому что остальные, к сожалению, стричь просто не умеют. Что еще? Даже не верится, что сегодня получилось отдохнуть. Просто вот посидеть, попить глинтвейн в кафе. Я очень рада, что в собор зашла. Очень рада. Свечки там поставила. Вот. И пока Дима был на стрижке, я по центру прошлась, и буквально этот мастер стрижет очень быстро, около 40 или 35 минут вместе с бородой. И, конечно, это феноменальная скорость. Ну, у человека золотые руки, вот в плане вот этого парикмахерского искусства. Невозможно, как он быстро все делает и профессионально, понимаете? Так что такие вот дела. Приехали домой, тут рыжий под домом на сене спал. Вынесла ему покушать. Счастливый, довольный. Они с Луной, Дима с Луной, с Филиппом погуляли, с Рыжим вместе. Сейчас она спит у нас. И очень хочется спать. А мне надо подготовить кое-что. Я так устала. Подготовить завтра у меня просто занятие 8. А по поводу того вот курса, на котором я прохожу, обучение вот вместе с людьми, с которыми я еще работаю, там не совсем мои, как бы, я вижу функции. Я вот автор курса, она, конечно, очень такой интересный человек. Она вдохновляет, воодушевляет. Знаете, есть такие люди, которые тебя окрыляют, несут вперед и поддерживают. Это редкость, это птицы другого полета. А в нашем маленьком городке таких людей нет, потому что я думаю, что тоже многие должны понять. Мне тяжело это объяснить, но я думаю, что многие со мной согласятся. Потому что в маленьком городе люди какие-то в основном... Ну, так, знаете, я грубо выражу сейчас мысль свою, но, тем не менее, они какие-то вот забитые, чем-то затюканные. Вот маленький город, как будто бы все друг друга знают. Я не знаю,
вот сплетни, какое-то недоброжелательное отношение друг к другу. Не знаю, как это объяснить. А в больших городах люди, у них, может быть, там какие-то возможности большие. В связи с этим они более открытые становятся для мира, для общества, для людей. И вот этот человек тоже на курсе, вот, на котором я сейчас обучаюсь, там она обучает, вот у нее курс по руководителю отдела обучения, и вот методист, старший преподаватель. До методиста мы еще не дошли, то, что мне интересно, а вот этот руководитель отдела обучения, мне совершенно неинтересна должность. Как бы если мне ее даже предложили, я бы от нее просто отказалась, потому что это абсолютно не мое. И я ей писала, но я не хочу отсюда уходить, она мне сказала, чтобы я не уходила. То есть я сказала, может быть, мне уйти, потому что я не совсем понимаю эту должность руководителя отдела обучения, точнее, она меня не интересует. Там таблицы, вот эти все, что-то там, как сказать, цифры. То, что мне абсолютно не нужно. Мне даже это не интересно. Вот. Это такая работа, понимаете? А мне охота что-то вот связанное с творчеством. Чтобы вот, как сказать, чтобы что-то создавать, творить, чтобы менять вот этот весь мир к лучшему, ну, в своем, так скажем, в масштабе, в котором я в состоянии это сделать. Вот. Ну уж никак не там, не цифры вот эти все, там что-то, а зарплаты, оплаты, мне это абсолютно не интересует. И она мне сказала, вот этот человек, который обучает нас, Надежда, она сказала мне не уходить. И я, конечно, иду, потому что дальше будет интересный для меня момент. Это методист, который, он же старший преподаватель, тут мне уже интересно. И я еще не хочу уходить, потому что такие люди, как Надежда, они помогают мне еще больше верить в себя. Понимаете, то есть я уже не тот человек, да, которого там, как сказать, который вот варится вот в этом своем маленьком мирке, да, вот в этом маленьком городе, где, в общем-то, все такие недружелюбно настроены друг к другу, вот, и, в общем-то, никто тебя не вдохновляет, у них нет такой ни у кого задачи, никто тебя абсолютно не поддерживает, не хвалит, естественно, потому что каждый за себя сам. И нет такого понятия, как команда какая-то, такая в полном смысле этого слова, как вот я увидела у этой девушки, у Надежды, у нее там два центра в Москве, два в Нижнем Новгороде, и как вам объяснить, она такая, как вот горит, она прям горит, и у нее от нее положительные чувствуются такие все со знаком плюс. То есть ничего плохого я в ней вообще не увидела. Человек настолько радушный, доброжелательный, настолько она каждому готова откликнуться, помочь. Без всяких там, знаете, вот иногда человек помогает тебе, и ты чувствуешь, что он помогает, потому что вроде как бы неприлично не помочь, понимаете? То есть типа, ну если я не помогу, то на меня как-то не так посмотрят. Ладно уж, помогу, но я, в общем-то, не хотел бы. В общем, так вот мне помогают. А она такая вот, как, такая, конечно, да, давайте, терзайте, не переживайте. Ну такая, я говорю, это птица другого полета. И, конечно, мне не хватает такого общения, потому что я сама не такой человек, и мне тесно в этих рамках и вот в этом мире, где тяжело, как сказать, найти единомышленников, потому что тупо маленький город, естественно, да? То есть ты здесь не столкнешься лицом к лицу там со многим количеством таких людей. Вот, там один, два, предположим, но как бы больше уже сложно. А в больших городах, соответственно, больше людей и больше таких, как она. Вот. Не перестаю восхищаться, конечно, людьми, как всегда. Тут меня, видите, опять понесло. Но вот что есть, то есть. Все, заканчиваю. Спасибо, что кто-то выслушал. Может быть, кто-то не выслушал. Все равно спасибо, что заходите сюда. Желаю всем крепкого здоровья. Желаю всем радости, тепла, любви ваших близких. Давайте будем ценить то, что мы имеем, и каждый день проживать. Так? Не буду говорить, в общем, вы поняли. Давайте будем просто счастливыми каждый день нашей жизни. Все, всем пока. Увидимся с вами.